Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я Стремоухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. Мы встречаемся с вами уже не первый раз, и вы знаете, что я всегда говорю о том, что меня больше всего волнует в нашей работе. Обсуждаем мы разные темы, разные, потому что все это разное входит вот в юрисдикцию врача общей практики. Приходится сталкиваться с разными ситуациями, в том числе с ситуациями наличия у пациента злокачественных новообразований. Врач общей практики не онколог. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому задачи наши, врачей первичного звена, они отличаются от задач онколога, но они не менее важны, а может быть даже более важны, потому что именно на нас лежит ответственность за своевременное выявление у пациента тех или иных проблем. И вот сегодня поговорим о раке кожи в амбулаторной практике. Я буду кое-что рассказывать, делясь с вами своим мнением по этому поводу и иллюстрировать свой рассказ случаями из собственной практики. Я всегда опираюсь только на то, что я знаю, что я видел, и показываю своих пациентов, каждый из которых дал согласие на то, чтобы о нем рассказать, его фотографировать и использовать те или иные фотографии в образовательных целях. Вот, допустим, как сейчас. В вашей практике может встречаться разные состояния. Вот приходит пациент и спрашивает, а вот что это такое? А не опасно ли это? Вы очень часто сталкиваетесь, вот, допустим, с кератомами. Вы должны объяснить пациенту, что ему ждать вот от этого состояния, как себя вести. А для себя сделать вывод, как поступать вам, как отслеживать динамику изменений, вот, допустим, этих элементов на коже. К вам может прийти пациент, ну, с каким-то округлым, доброкачественным образованием, как правило, там фиброма, папиллома, который не вызывает неких тревожных мыслей до поры до времени. Потому что если она начинает вдруг подвергаться травматизации, может присоединяться инфекция, а может быть и озлокочисление этого образования. Вот видите, в таком не очень удобном месте вот это новое образование, там, где обычно есть рукав, манжет, и уже началось небольшое, видите, повреждение верхнего полюса этого новообразования, соответственно, нужно рекомендовать пациенту его своевременно удалить, пока оно доброкачественное и не вызывает каких-то изменений. Вам приходит пациент со множеством неусов, которые вы должны также осмыслить, объяснить пациенту, чего бояться, а чего нет. И понимать, что неус – это хоть и доброкачественное состояние, но возможно его злокачествление при определенных условиях. Вот, кстати, вот эта вот фотография, там же не только неусы. Там есть еще один объект, достаточно интересный, может быть, не так часто встречающийся, но все-таки встречающийся в нашей с вами практике. Вот давайте это в качестве такого домашнего задания. Вот вы посмотрите на эту картинку и подумайте, а что здесь еще присутствует такого интересного, о чем нужно думать практикующему врачу, и ответить на вопрос пациента, который задаст его, а что это именно такое. Поэтому вот эту картиночку посмотрите, ну и потом, может быть, в ваших впечатлениях по этому поводу напишите мне по каналу обратной связи. А я скажу, правы вы или нет. Вот такое домашнее задание, если вы не против, конечно, дорогие коллеги. Ну, вернемся к, собственно, теме нашей сегодняшней беседы. Вот эти все изменения на коже, которые я вам показал, встречаются довольно часто. Очень часто. И как-то, ну, прохладно к ним относится и врач. И, ну, подумай, что такое самое частое изменение. Но мы должны постоянно помнить, что на месте вот этих изменений или каких-то еще может возникнуть злокачественное новообразование.
Если мы говорим о раке кожи, то в первую очередь говорим о базально-клеточном, плоскоклеточном и меланоме. Вот видите, на схеме они показаны в, как бы в степени своего ухудшения вот, в течение прогноза. Чем глубже рак, тем злокачественнее он. Вот, допустим, базалиома более-менее поверхностный, плоскоклеточный поглубже. Меланома, о которой мы будем говорить несколько в других беседах, еще более тяжелое состояние, прогностически неблагоприятное. Но вот основные виды, которые мы встречаем в амбулаторной практике рака кожи, это плоскоклеточные, базально-клеточные, примерно соотносящиеся друг с другом по частоте, как вот 20% один, 80% другой. Давайте чуть подробнее поговорим об этих состояниях. Итак, плоскоклеточный рак кожи. Он поражает любые участки тела, особенно открытые, нос, лоб, шею, руки, губы, уши, полость рта, половые органы, периональную и паховую зоны поражает. Чаще возникает он у мужчин и характерен для лиц старшего возраста со светлой кожей. И возникает обычно на месте ожогов, рубцов, длительно не заживающих язв. Часто развивается на месте очагов кожной дисплазии, вот солнечного кератоза, солнечный кератоз, при избыточной инсоляции. Вот это к вопросу о пользе или вреде солнца, инсоляции. Все очень стремятся на солнце, отдохнуть, загореть, полежать там на пляже. Нужно помнить о последствиях. Вообще солнце – это, конечно, друг номер один, но и враг номер один, извините, что я вот так вот говорю, потому что очень много ситуаций возникает вот, неблагоприятных в организме человека после избыточной инсоляции, в том числе плоскоклеточный рак кожи. Но для того, чтобы его заподозрить на ранних стадиях, нужно знать его ранние симптомы. К ним относятся потеря кожной структуры на ограниченном участке. Вот кожная структура нормальная, и вдруг какой-то участок, ну, выбивается из общей картины. Изменение характера пигментации кожи, появление участков различной окраски, не обязательно вот одной, вот одна только окраска характерна для плоскоклеточного рака, нет, окраска может быть различная. И появление участка кожи с неравномерным гиперкератозом. Вот такие не всегда замечаемые, но очень важные ранние симптомы плоскоклеточного рака кожи должны быть вами учтены в работе, когда вы осматриваете пациента. А пациента нужно осматривать, и я вам это докажу в следующих своих и слайдах этой беседы и в следующих своих выступлениях. Наиболее распространенные формы плоскоклеточного рака кожи – это язвенная форма и узловая. Наиболее часто встречается язвенная форма. В верхнем слое кожи появляется выраженное изъязвление с приподнятыми, вывернутыми плотными краями. Они быстро распространяются вглубь ширину. Имеют неприятный запах, иногда кровоточат. Обычно в это время следует назначение каких-то вот мазевых аппликаций, лекарственных средств местных. Они обычно неэффективны, потому что назначаются, ну, как бы по другому поводу. Я проиллюстрирую вам это дальше примером. И вот узловая форма, которая выглядит как скопление узелков различного размера, напоминающих соцветие цветной капусты, такой шелушащейся поверхностью, иногда покрытой струпьями, иногда вызывает болезненные некие ощущения. Вот это плоскоклеточный рак кожи, который примерно встречается там в 10-15-20% случаев вот среди всех форм рака. И самый распространенный, вот тот, с кем вы столкнетесь обязательно в своей практике, это базально-клеточный рак кожи. Это самое частое злокачественное новообразование кожи. Частота и выраженность этого заболевания – напрямую коррелирует с интенсивностью инсоляции, с характером пигментации кожи и с возрастом. С возрастом. Высокая заболеваемость этим видом рака сочетается с низкой смертностью. Он как бы такой полузлокачественный рак. Ну, от него не умирают, но он опасен другим. Он возникает преимущественно в возрасте старше 50-60 лет, хотя в последнее время отмечается тенденция к омоложению контингента больных. Но в основном он наиболее часто встречается у людей второй половины жизни старшего возраста. Локализуется преимущественно на открытых участках тела и составляет большинство всех злокачественных опухолей лица и шеи. Извините за жаргон опухолей, опухолей, конечно. Базально-клеточный рак кожи, его формы, их несколько. Вот наиболее частая – это узловато-язвенная форма. Вначале это выглядит как возвышение кожи,
такого розоватого, жемчужно-розоватого цвета, с четко ограниченными краями, без инфильтрации окружающих тканей. В дальнейшем в центре опухоли могут возникать изъязвления, которые постепенно увеличиваются в размерах. Появляется телангиектазия и инфильтрация окружающих тканей. Это вот узловато-язвенная форма. Пигментированная форма. Эти узловые опухоли могут содержать меланин, быть частично или полностью пигментированы, и требует дифференциации с меланомой. Кистозная форма. Вид серо-голубого кистозного узла. Поверхностная форма, медленно растущее пятно жемчужно-розоватого цвета с нитевидной границей, иногда с шелушением. Могут быть атрофии или изъязвления, могут возникать очаги пигментации, узлы, часто возникает на коже туловища. Склерозирующая форма выглядит как потерявшая эластичность, участок утолщения кожи, цвета слоновой кости, чаще встречается на коже лица. Так вот, в чем неприятность и потенциальная опасность этого базально-клеточного рака? Вот, допустим, узловато-язвенный. В моей практике такой случай. Я не могу представить его в виде фотографии, потому что мне не было дано разрешение на фотографирование. Но представьте себе пожилой человек, мужчина, за 60 лет, так, 70. На спине между лопатками возникает такой прыщик. Как ему сказала жена, он, конечно, не видит, что у него на спине между лопатками. Жена сказала, а у тебя там какой-то прыщ. Ну, что делает человек? Он идет в поликлинику, записывается на прием к хирургу, который должен, так сказать, принять свое решение относительно вот этого образования. Причем образование достаточно характерное, возвышающееся, да, жемчужно-розоватого цвета с ограниченными краями. Хирург поликлиники считает, что это некое воспалительное образование и назначает туда вот аппликацию немазевую с гипертоническим раствором, чтобы, как бы он говорит, вот должно вытянуть все оттуда изнутри. И пациент совершенно добросовестно делает эти вот повязки с гипертоническим раствором, ничего не помогает. Он, естественно, разуверился, так сказать, в возможностях амбулаторной хирургии, амбулаторной медицины как таковой и забросил это дело. Между тем образование постепенно увеличивалось в размерах, а поскольку это на спине между лопатками, а человек уже, так сказать, да, пожилой, много сидит в кресле, прижимаясь плотно спиной к спинке кресла, там возникает вот эта зона и давление, зона избыточной влажности, потения вот этого. И постепенно это образование увеличивается. Когда его вижу я, оно уже имеет вид округлого, но уже с неровными краями образования, размером примерно, так сказать, с куриное яйцо, с выраженным изъязвлением в центре и с кровотечением оттуда. Понимаете? А поскольку это опухоль, а это базально-клеточный рак, поскольку это опухоль, ни о каком заживлении речи быть не может, поскольку просто невозможно сопоставить края, не будет ни грануляции, ничего. Казалось бы, надо удалять, но человек уже с несколькими заболеваниями, у него заболевание сердца, у него заболевание предстательной железы, у него цистостома с катетером, который нужно постоянно иметь, он не выходит из дома. Между тем, такого рода оперативное вмешательство должно выполняться, конечно, в условиях стационара. Мужчина мнительный, он не хочет, сидит дома, говорит, доктор, вот нужно что-то предпринять, чтобы это меня там поменьше беспокоило. И пришлось ввести вот это вот состояние консервативно. Постоянно борясь с опасностью кровотечений из-за вот этих вот изъязвления довольно большого, ну, допустим, кровотечение было бы фатальным, но заражение, инфицирование, нагноение и так далее. То есть суеты вокруг вот этого базально-клеточного рака у этого пациента было довольно много. Из-за несвоевременной диагностики этого состояния, из-за неправильного введения этого пациента. Где? В поликлинике. Я не предъявляю претензий к поликлинике, я сам там работаю, но просто нужно знать, чем и когда заниматься. Ну вот, допустим, из пациентов, виденных мною не так давно, вот такое вот розоватое, приподнятое, округлое образование на коже груди у пожилой пациентки. Уже сосудики туда какие-то устремились, видны они, да? Ну вот как его трактовать? Было у нее точно такое же и удалено вот под грудью оставшийся рубец.
Конечно, это требует дифференциации и требует внимательного наблюдения. Вернемся к предыдущему. Требует внимательного наблюдения за этим, потому что кожа, потому что округлое образование, потому что сосуды, потому что уже немножечко неровные края, потому что пожилой человек, поэтому нужно очень тщательно и грамотно исключать возможное злокачественное новообразование или исключать или подтверждать его. Что делает врач общей практики? Мы не онкологи, но у нас есть онконастороженность, что от нас сейчас требует и нормативные документы по этому поводу. Онконастороженность. Поэтому внимательный осмотр не только этого участка, но и всех остальных участков тела. Может быть, еще где-то что-то есть, не считаясь со временем. И грамотная маршрутизация пациента для подтверждения или опровержения предполагаемого вами диагноза. Ну и вот самая характерная картинка рака кожи. Не то, что в типичном, а просто в типичнейшем месте возникает вот этот вот базально-клеточный рак, большой, глубокий, с изъязвлением, с кровотечением, с инфильтрацией, с размывающимися границами, с упущенным временем для удаления этой опухоли у этого человека. А здесь тоже все не так просто. Человек с тяжелейшей гормонозависимой бронхиальной астмой, с геморрагическим синдромом, связанным с длительным употреблением там, гормонов. И так далее. И он задыхается, у него дыхательная недостаточность, он боится. И, в принципе, время упущено, но это состояние не может быть купировано консервативно. Это как бы демонстрация вот упущенных возможностей амбулаторного звена по раннему выявлению и коррекции вот этих нарушений, связанных с развитием рака кожи, плоскоклеточного, или чаще базально-клеточного. Это недооценка имеющихся у пациентов проявлений, или некачественный осмотр пациента. Но если, допустим, эта опухоль находится на закрытых участках, закрытых одеждой при вашем амбулаторном приеме участках тела, то вот такого рода изменения, они же видны сразу. Почему они не были своевременно обнаружены? А вот этим изменениям уже не год, не два, это уже многие годы, потому что базально-клеточный рак растет медленно, но постоянно с ухудшающимся этой картиной. Поэтому, уважаемые мои коллеги, моя беседа вот сегодняшней раке кожи не столько вот обучает диагностировать, сколько должна воспитывать или мотивировать к постоянной онконастороженности по отношению ко многим, да, состояниям, в том числе раку кожи. Это то, что вы можете видеть. Это вот рак видимых локализаций, то, что хорошо поддается ранней диагностике, правильному осмыслению именно в амбулаторной практике. Поэтому, дорогие мои коллеги, не пренебрегайте этим. Увидели что-то непонятное, подумайте, посоветуйтесь с тем, с кем кто знает, исследуйте. Исследуйте увеличительным стеклом. В идеале дерматоскопия, если вы ей владеете. Но этим обязательно нужно заниматься. Я понимаю, что вот такие вот мои советы, они как бы вот постфактум. Что-то свершилось, я анализирую и потом, так сказать, да, вот советую вам или учу вам, как поступать в том или ином случае. Вот Станислав Ежелест говорил, ни на каких часах не найдешь стрелки, указывающие, как жить. Указывающие, как жить. Но наша с вами профессия, особенно профессия, специальность врача общей практики, подразумевает большое количество знаний, большое количество умений и постоянную настороженность в отношении развития тех или иных заболеваний. Поэтому я призываю вас быть бдительными, быть внимательными к пациентам и полностью тщательно выполнять свою врачебную функцию. Я благодарю вас за внимание, дорогие коллеги. Всего доброго.